Ежегодный пеший переход и велопереезд по Одесскому поясу Славы в этом году собрал почти 2000 участников. Среди них порядка 1500 велосипедистов и около 1500 пешеходов. Предюбилейный 39-й старт традиционно прошел по южной части пояса Славы. Цепочки монументов, установленных в 1964-1967 годах на бывших рубежах героической обороны Одессы, где в 1941 году велись активные бои. Для участников это мероприятие и акция памяти, и, конечно же, яркое спортивное состязание. У каждого свой мотив выйти на старт. В первую очередь, это праздник спорта, и я вот как раз вчера подумала, что именно здесь, на этой площадке, соединяются абсолютно все наши спортивные сообщества. Это и велосипедисты, и бегуны, и волонтеры, мотоциклисты, джипы 4x4, и все вообще волонтеры города. То есть это такая коллаборация вообще безумная на самом деле. И я знаю, что я была на других сотках в других городах, и я знаю, что вся Украина считает, что наша сотка самая атмосферная, самая вот такая душевная, домашняя и классная. А я приехал с Днепра к своим друзьям в гости и узнал, что сегодня будет потрясающее мероприятие, которое будет проходить в городе Одесса. Для меня это, конечно же, потрясающий праздник, к которому я отношусь как к какому-то невероятному движению любви, памяти, уважению и почитанию старших, и, конечно же, почитанию здорового образа жизни, и, конечно же, как вы сказали, единению всех людей. Это в первую очередь вызов себе, попытка прокачать себя, мотивировать, побороть свою лень. Вот. И, возможно, еще память все-таки о моем друге Максиме Чайке, с которым мы ходили первые сотки, которого убили в 2008 году. Я сама з міста Київ, член клубу Guide Walker. Ми приїхали сюди нашою командою з клубу, унікального клубу незрячих людей, які ходять скандинавською ходьбою у парі зі зрячими. Наразі я буду брати участь самостійно вперше. В этом году вновь порадовала география участников. Коронавирус немного отступил, и гости из ближнего и дальнего зарубежья вновь посетили одесские старты по поясу Славы. Я мам 75 лет, у меня профессион байсик. Но я второй человек в Польше и второй человек в Украине на велосипедный спорт. С 6 позерника буду стартовать в Сараеве, Босния, World Champion. Мой пас я байсик, велосипед. Мой жизнь. На протязі останніх двох років, навіть трьох, до нас не приїжджали наші іноземні учасники. Цього року вже щеплені, приїхали учасники з Голландії, з Польщі і зі Швеції. І мені дуже приємно, бо ми повертаємось до нашого формату міжнародного заходу, велоралі. І сподіваємось, що наступного року кількість учасників з-за кордону буде збільшуватися. І ми дійдемо до тої цифри, яка була колись у 2012 році, коли в нас приймали участь представники з 14 країн. Мероприятия, как всегда, начались с возложения цветов к подножию памятника неизвестному матросу на Аллее Славы. Собственно, в начале аллеи был дан старт спортивной части. Ну а финишировали участники на другом знаковом объекте – мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи. Каждый, кто сумел преодолеть затяжную дистанцию, получил от организаторов соответствующий знак отличия. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».